Какой он вкусный, да еще и вид у него такой изысканный. В общем, представляю вашему вниманию торт фризье. Первое, что мы сделаем, приготовим бисквит. В миску отправляем 2 яйца, щепотку соли и 60 грамм сахара. Взбиваем массу до посветления и пышности. По желанию можно добавить фисташковую пасту, немного. Просеиваем 60 грамм муки и движениями снизу вверх перемешиваем. Переливаем в форму, разравниваем и отправляем в духовку, разогретую до 175 градусов на 20 минут. Достаем, вырезаем и даем стабилизироваться в холодильнике. Теперь переходим к клубнике. Хорошо ее моем, отрезаем хвостики и разрезаем часть клубники на половинки. Подготавливаем форму для сборки торта. Металлическое кольцо резак, ацетатная пленка, а внутрь бисквитный корж. Немного пропитываем классическим сахарным сиропом. Далее раскладываем половинки клубники по окружности тортика, прижимая их к ацетатной пленке. Теперь займемся муссом. Берем 10 грамм желатина и заливаем его 60 граммами воды комнатной температуры. Отставляем в сторону. Отмеряем 250 грамм холодных сливок жирностью 33%. У меня Чудское озеро. Они всегда очень хорошо взбиваются. Их нам нужно взбить до мягких пиков. В миску отправляем 500 грамм творожного сыра. Он обязательно должен быть комнатной температуры. К нему высыпаем 100 грамм сахарной пудры и перемешиваем миксером. Теперь работаем быстро и оперативно. К сыру с пудрой выливаем распущенный на водяной бане желатин. Перемешиваем. Затем наливаем к этой массе наши сливки. Очень быстро перемешиваем, и мусс готов. Далее быстро перекладываем его в кондитерский мешок, заполняем все дырочки между клубникой, выдавливаем слой крема и в него погружаем целую клубнику. Распределяем сверху оставшийся мусс и выравниваем поверхность шпателем. Торт почти готов. Ставим его в холодильник на ночь для стабилизации. Потом достаем, снимаем кольцо, ацетатную пленку, украшаем колотыми фисташками и режем. Приближается самая приятная часть – дегустация. Но ведь когда съедаешь целый торт за раз – это дегустация, правильно?